Thank you.
надеетесь на то. А маму дома? Сапоги хромой, иди. Иди, иди, продал. Кому это? Ай, не все одно, кому. Деньги получил? Получил. Где ж яны? Ну, нечто у меня, а нечто потратил. А пиджак на что потратил? Ай, тату. Скоро все на водку пустишь. А на что это все? Неужели не разумеете? Ты разумеешь. Глаза залил водкой. А, тому и залил, что разумею. За некой холодранки, что свету не видать. Да не в этом дело, это мы переживем. Яны жить нормально не дадут. Дадут, не дадут, а... Терпеть надо. Ага. А коли я не могу, а коли у меня характер? Характер стремливать надо, не распускать. Ну, а коли я не умею? Не умеешь. По такой жизни... Усему обучиться надо. Работаешь на кого-то, как батрак каен, жаба прызе, и вымети все под метлу, как бы это и не твое. Ой, стукну этого Миконора. Так стукну, что свинячье съело попре. Эй, летишь усяко. Не правда, татко. Только то вас с маткой жалко. А, так, терпения уже нема. Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть? Да? Он занят. Тут заезжал к себе на родину. Перед собранием, дай, думаю, зайду к твоим старикам. Посмотрю, что за родители у нашего председателя. Да, понравились они мне. Мать, отец. Хорошие старики. Не жалуюсь. Да, старики хорошие. Вот брат у тебя. Да, родня. Как же это ты проглядел-то, а? Как ты проглядел? Ну, говорят, что он тебе помогал в гражданскую. Вроде бедняком был. Помогал. Был. Переродился, значит, за годы советской власти? Ну, знаешь, за годы советской власти всякое было. И бедняком был, и кулакам служил. Да, не хотел бы иметь такого брата. Братьев не выбирают? Да, братьев не выбирают, прав. А черт его знает, жизнь есть жизнь. Компрометирует это тебя, Иван Анисимович. А народ есть народ, не всякий поймет по-человечески. Зачем ты мне это говоришь? Просто так. К слову, пришлось. Есть решение провести отчет каждого члена партии. Но если уж к слову, я не считаю себя виноватым за него. Не понял ты ничего. А жаль.
почему я опейка, а не опенька? Но об этом лучше было бы спросить того пьяного попа, который записывал меня в метрическую книгу. А как я скрывал, кто мой брат и кто мой отец, так это, наверное, неизвестно только тому, кто писал. Да он за брата не отвечает. Конечно, не отвечает. Сало я у брата не брал. Конечно. Брать не думаю. Что касается третьего вопроса, могу ли я занимать важный советский пост, то этот вопрос, можно сказать, не ко мне. Это вопрос к комиссии. Так, какие вопросы будут к товарищу опейке? Прошу задавать. А зачем это? Мы и так его все знаем. Какие еще могут быть вопросы? И знаем так все. Все. Свой человек. И мы знаем его, на них. Хороший же, обходительный. Кто тут говорит попусту? Проверенный, он народом проверенный. Значит, вы считаете, что товарища опейку незачем обсуждать? Может быть, освободить его от отсчета перед партией? Партия, можно было бы и освободить. Иван Анисимович чищенный. Своими ранами за народ чищенный. Разрешите? Прошу. Мне слово. Секретарь комсомола товарищ Кудровец. Партии все равны. И отчитываться обязаны все. Теперь о товарище Опейке. Товарищ Опейка, никто не станет отрицать, сделал немало. Однако здесь не беседа за столом со всякими угощениями, где друзья говорят друг другу всякие приятные вещи и обнимаются. И здесь мы должны прямо сказать, товарищ Опейка имеет недостатки. Любопытно. Товарищ Опейка нередко утрачивает классовые критерии в работе. Чем это выражается? А он очень добрый. Почему же он, товарищ Опейка, такой добрый? А добрый он просто от природы. Ну, природа, она ведь тоже разная бывает. А что вы предлагаете в отношении товарища Опеньки? Надо, чтобы товарищ Опейка дал слово предупредить. Нельзя так! Товарищ Кудрявец, надо иметь свой характер, свои принципы. Я говорил принципиально. Нет, вы говорите, чего изволите. Товарищ Галис, не забывайте, что вы находитесь на партийной комиссии. Товарищ Галенчик. Товарищ Галис, продолжайте. Товарищ Опейка настоящий большевик. Честный, порядочный, принципиальный. Он отдает все свои силы для того, чтобы жило наше партийное дело. Не боится, как некоторые, ездить в самые глухие в села, в болото, в лес. Он везде, где люди. Он брат людям, а не тому мироеду, с которым случайно родился. А вы, товарищ Галенчик, не надо советовать кому что говорить. У каждого своя голова. Товарищ Кудровец, ваше отношение к товарищу Опейке? Я предлагаю, чтобы товарищ Опейка порвал всякие родственные связи. Но как вы считаете, может товарищ Опейка оставаться в рядах членов партии? Я так думаю, что товарищ Опейка на посту должен занимать... Ну и гнида этот Крикун. Хает, хвалит ли. Плевать хочется. Да и Кудровец хорош. Вам нужны факты. Пожалуйста. Факт заступничества товарища Опеньки за бывшего учителя Горошко. Вдумайтесь, товарищи. Член партии, председатель райисполкома добивается того, чтобы мы доверили царскому офицеру воспитание нашей молодежи, нашего подрастающего поколения. Кто? Кому? Врагу советской власти. И этот факт не единственный. Товарищ Опенька
взял под свою опеку папа. Более того, это факт, проверенный факт. И дал указание этому папу вести агитацию против религии. И более того, он взял под свою защиту сынка Куреневского кулака, глушака Халимона. Есть люди, которые называют это добротой. Настоящие большевики называют это спайкой с классово чуждыми врагами. Нравится это или не нравится некоторым? Но мы не можем закрывать глаза на тот факт, что товарищ Опенька состоит в родственной связи с классово чуждыми элементами. Он связан с ними одной цепью. Защищает, служит им тайно и открыто. Я лично считаю, что товарищи Опеньку в такой решительный момент, момент беспощадной классовой борьбы, оставлять в партии преступление. Что же делать? Люди, чего он тут плече? Поп приходил, кулацкий сын, офицер. Да его все приходят. Я сама 5 раз была. Да его все идут. Так какое ж тут искривление? Не, вы слыхали? Так ему спасибо надо сказать. Как у все люди у партии были такие, как Иван Анисимович. Андрей Алексеевич осветил все так, будто Опейка связан с вражескими элементами. Он говорил о брате, но не сказал, что у Опейки есть еще брат и 3 сестры. И не отметил, что родители Опейки, что они на есть самой пролетарской крови. А разве, да брат... подожди, потом скажешь. Я попутно хочу сказать, что офицеры тоже разные были. Тухачевский, опять же, офицер, да еще из дворян. А Ленин не побоялся его назначить командующим. Одну минутку. Да посиди, послушай. Я ж тебя не перебивал. А этот Горошко кто? Отец крестьянин, не из зажиточных. Выучил сынка из последних сил. В люди хотел вывести. Выучил на учителя. А выучил царского офицера. Да подожди, к тому же за него просили дети. Так что и тут твоя критика тоже пустая. Попутно хочу сказать по поводу этого хлопца. Про глушака. Если он хочет жить по советским законам, так пусть живет. Что ж его, как того котенка, он на берег из последних сил лезет, а мы его снова в реку топить? И ты неправильно стараешься завести Опейку в тупик. Он, конечно, не святой человек, это верно. Живя на земле, всякого наберешься. Но он большевик. Позвольте, а как же рассматривать его симпатию? Подожди, не перебивай. А ты ухватился за материал, который подбросил какой-то жулик. Может ли быть такой? И подпеваешь ему? Не может. Я не подпеваю. Я доказал это фактами. Да подожди, ничего ты не доказал. Ничего. Вот ты говоришь, не может. А я говорю, может. И в партии может, и должен быть. Такое мое мнение. Thank you.
А в этой записке написано, почему товарищ Башлыков, встретясь на улице ни с кем, кроме своих друзей, не здоровается? Правильно подметил. Правильно. Я здороваюсь. А с теми, кому верю и знаю, я не только здороваюсь, я подаю руку. Мало же кому ты веришь. А со всеми я здороваться не могу, хоть бы и хотел. В районе тысячи людей, а я один. Правильно написано! Уважать людей надо. Рано нос задирать. Зазнался! Молод еще! Я никогда не зазнавался и не зазнаюсь. Ну, конечно, у меня тоже могут быть недостатки. Какие будут к товарищу Башлыкову вопросы? Прошу задавать. Вот тут девчата очень интересуются. Почему товарищ секретарь не женатый ходит? Женить бы я пока думал повременить. Жаль. Товарищ Башлыков, раньше сельским хозяйством занимались? Раньше не приходилось. Как? Не слышу. Не приходилось.
Мария Матвеевна, я плачу не понимаю, слезы не люблю. Объясните толком, человеческими словами. Божечка, вот, что посмотрите. Же это будет? Ой. Вражеский пендолосок. Ой. Поехал учиться, вот. В люди захотел выйти. Выучился. Ой, как чуяло мое сердце. Дома бы сидел тихо. Бедный да без вора. Мама, мамочка, успокойся. Написал кто-то, может, по злобе. По злобе? Конечно, по злобе. Так ведь пишут, обсуждали на собрании. Ну и что? Все зависело от того, как доложили, кто. Так ведь пишут, Иван Анисимович, что Олесь перерожденец. Пишут, из комсомольцев исключили, из университета хочут. Могли исключить, не разобравшись под горячую руку. Поверили тому, кто наговорил по злобе? По злобе. И верно. Должны разобраться. По злобе, Ниночка. По злобе. Только кто ж это так? За что? Это ж треба съесть и готов. Ты наш Олесь, и он тенца не обидит, не то, что человека. Да успокойтесь, Марья Матвеевна, успокойтесь. Товарец заступился за бога погана Анейка. Так теперь все боги поганые стали, доброе слово не скажи. Мамочка. Вот, может, и сказал слово, так этот нелюдь взъелся. Такое она, Олеся, на пляски. А Борыш разберутся. Иван Анисимович. Поеду в Минск на сессию ЦИК. Сам займусь. Должны разобраться. Ну, как в деревне. Хлеб-то уродился. Ой, Анисимович, хлеба хватит, уродился. Ой, как сердце чуяло. Как отъезжал. Не просто болела. Ну, нехай бы сидел дома тихо, мирно. Так нет. Все хорошо будет, Марья Матвеевна. Разберутся. Бросили. А что было кидать? Ну как чего? В хозяйстве, наверное, хата, корова, конь.
Хату мы заколотили. А корова сестра поглядеть. А коня нема. Сдох поясни. Страшно, небось? Чего страшно? Ну, как чего? Ехать на пустое место. И далеко, небось? Ой, это далеко. Далеко? Игнатка, место як зовется? Киштын. Ой, Киштын. Пишек объехали, и дети заскучали. А крыша там, хата есть какая? У бараку ян там. Да ён у меня не коллега, завод же строить. Так может и хату себе отстроим. А не жалко уезжать? А что жалеть? Что? Чего? Родные места бросать жалко. Родина. А батька? Матка жива? Матка жива. Батька помер. Жалко. Да жить же надо. Ой, а наша в скольки у Сибирь поехала. Да и теперь еще и далее за Сибирь, кажуть, едут. И ничего, живут. И привыкают. Да, родина все одно и там. Крестьянской стихии и позерств, что со временем они вырастут в хороших пролетарских поэтов. А ты как считаешь? Многие так считали, только не очень говорили. А его на собраниях так и тянуло на спор. А это плохо, что открыто? Нет, кто говорит. Только не обязательно лезть со всем, что думаешь. Да и то знать надо, что на собраниях речи говорят люди, которые знают больше. И уже все обдумано и проверено. Его исключили на литфаке? Нет, его исключили потом, на бюро. Я говорил ему, признай ошибки. Признал бы, все было хорошо. Значит, он был убежден? Не знаю, убежден, не убежден. А нужно было признать. А он нарочно показывал свою стойкость. Сюда? Раньше жил здесь, сейчас не знаю. То, что сам учишься, это хорошо. Ну, а как дальше думаешь? Работать буду. Где? А, хоть грузчиком на станции. Ой. А может, к нам в школу, учителем? Не разрешат. Воспитание детей. Я добьюсь. Не надо. Вас обвинить могут. За меня не беспокойся. А что это ты в подвал переселился? Хозяйка больно любопытная была. День добрый. Здрасте. Спасибо, Ада Владимировна. Спасибо. Зачем? Это нечестно. Как же такое получилось? Сказал, что верю одному человеку. Кто этот человек? Писатель. А он-то тут при чем? Ну, как вам сказать? Собрание у нас было. Докладчик был из райкома. Говорил, что борьба обостряется, необходима бдительность. Правильно, иными словами, говорил. Только по его словам получалось, что в литературе чуть ли не все подозрительные. Выходило так, что в искусстве нечисти больше, чем лягушка на болоте. Ну вот я и выступил. А он что? А он что? Газеты пишут. А я ему что, и газеты без доказательств. Ну, знаешь. Почему ты так уверен, что не ошибаешься? Почему уверен? Потому что он писал вправду, когда большевиков на каторгу ссылали. А его книги? Ну, у него тоже были грехи.
И ошибки были немалые. Конечно, были. И не могли не быть. Бывшего кожевника поставили вдруг руководить республикой, можно сказать, целым государством. Поручили по-новому разобраться в таком сложном вопросе, как история нашего народа. Да тут гением надо быть. Так ведь и гении делали ошибки. А ведь по совести, Иван Анисимович, его бы послать учиться. Но если надел глупостей, накажите строго. Нет, сразу вешайте ярлыки. Приспешник буржуазии, враг! Ну, брат, знаешь, когда течет река, несет она и пену, и гниль, грязь. Точные факты. Бесспорные факты. Вот что особенно необходимо, если хотите разобраться в самом сложном и трудном вопросе. Вот что писал Ленин. Как будто специально для таких деятелей. А попробуй заступиться за невиновного человека. Тебе так дадут. Ой. Чувство меры. Вот что нам не хватает, чувства меры. Рубить с плеча, конечно, легче, чем распутывать, разбираться. Любое разумное дело можно довести до абсурда, до преступления даже. Особенно в такое время, когда все в завтрашнем дне. Есть, значит, и горластые, и задиристые, и ухари говорить. Не признающий ни Бога, ни черта. Ведь прекрасно, Иван Анисимович, это прекрасно. Стало быть, врут старые книги, изображая миру наших пульсков такими тихими да покладистыми. Есть и такие, что правда, то правда. И дикость есть, что удивляться, глухомань. Но что восхищает, Александр Григорьевич? Просто диву даешься, как это на забытых Богом островках наших. При извечной до изнеможения работе родятся дядьки и тетки с таким ясным умом, с такой широтой мысли, с такой земной правдой. Встречаю их каждый день, не перестаю удивляться. Этакие болотные мудрецы. И у каждого, наверное, свои сомнения, доводы, суждения. Да уж, что там говорить. Избытком доверчивости земляки мои не страдают. Вроде и слушают охотно, и охотно кивают, и охотно соглашаются, но потом каждый все просеет сквозь свое частое и бдительное сито. Знакомо. Это знакомо. Простите, Александр Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. День добрый. День добрый. Ну, как устроились? Хорошо. Номер тихий, чистый. Чистый. Обедали? Да вот, собираемся. Родненько. Ну что ж ты людей голодом морщишь? Люди с дороги, усталые, голодные. Ведь их покормить хорошо. Сейчас, Александр Григорьевич. Мне не надо, мне пиво. Садитесь, пожалуйста. Ну, что нового, хорошего? Арина Антоновна говорит, что в городе в театре или столовой платок нельзя одевать. А мне стыдно. Как будто раздетая перед чужими. Завтра, братки, погуляйте, посмотрите город. Много нового делают. Столица, настоящая столица. Трамвай в Минске пошел. Университетский городок строим, клинику. Ну, а послезавтра будем работать. Сессия. Очень важная сессия. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Иван Анисимович, а кто этот такой смешной человек с портфелем? Председатель ЦИК Беларуси. Червяков. Ай, божечка. Товарищи, вот уже 12 лет идет напряженная борьба двух начал, социалистического и капиталистического. Год за годом в этой борьбе советская Белоруссия делает все новые и новые успехи. И в результате этих успехов, товарищи,
Белоруссии значительно возросло количество пролетариата. И советская Белоруссия превратилась из страны аграрной в страну аграрно-промышленную. Страна слышана, республика. Товарищи, неумение переключиться на новые темпы социалистического строительства является причиной того, что жизнь отбрасывает тех, которые не могут идти в ногу со всеми, которые не имеют в себе сил и способностей для того, чтобы стоять во главе этих мощных темпов. Однако на смену тем, кто теряет силы в процессе строительства, кто боится этих темпов, трудящиеся массы города и деревни выдвигают все новые пласты строителей, все новые и новые пласты руководителей, товарищи. Как и в истории с тобой. Кто-то решил, что ему не место в партии. А он написал заявление в ЦИК. Там разобрались как следует и решили, что оснований для исключения нет. Тут и счастливому делу конец. Так нет. Нашелся один газетный деятель, Бухимович. Отчаянно бьет себя в грудь, громит всех и всех. Он один, классово-бдительный, политически принципиальный. Написал в парткомиссию. Я на себе ощутил. Галинчик не один. Модным становится кричать. Модно и выгодно. И риска никакого, и смелым можно себя показать. Спекуляции на сложности момента. Да, в общем-то, обычный карьеризм. Стремление погреть руки на ситуации. Выскочить на чужую беде. А нет ситуации, он ее создает. Такие деятели выступают как провокаторы, так и подталкивают. К подозрительности, к нетерпимости. И вот такой карьерист Бухимович, в общем-то, обычный, ограниченный, с неограниченной амбицией человек, стоит над десятками и сотнями людей, над комиссией, избранной съездом. И никто не выступил против. Может быть, из уважения к должности? Может быть. Все может быть. Только негодяй с должностью — это негодяй в квадрате. А Галинчик и на вас написал. Да вы не волнуйтесь. Я сам все разъясню. Как зовут твоего поэта? Олесь Майовой. Правильно говорил товарищ Ленин. Мы видим сейчас, какое активное участие принимает женщина в строительстве социализма. Жаль, товарищи, что нет с нами товарища Ленина. Этим летом мне пришлось говорить с мужиками с Урала. И вы знаете, что они мне рассказали? Они говорят, если бы вы, гражданка, видели наши коммуны сейчас, вы бы не поверили, что это крестьянская деревня. У нас все делают машинами. Женщины в поле почти не работают. Мужчины сами обрабатывают поле машинами, а женщины ухаживают только за скотом. Так почему бы и нам, товарищи, у нас, в Белоруссии, не организовать так сельское хозяйство? Я здесь еще вот что хотела сказать. Тут товарищ Голодет радовался нашему сдвигу в коллективизации. Из Яровичского района делегат, из местных, и очень хороший агроном. Понятно. А ведь дело, товарищи, не только в количестве. Не надо нам спешить, чтобы было их большое количество. Надо сделать так, чтобы коллективы стали крепкими, чтобы люди из колхозов не разбегались. Вот. Товарищи рабочие говорят, что этого у нас нет, того не хватает. А я так думаю, что понастроим мы столовых до магазинов, а хлеба, мяса не будет. Что тогда будем делать? Так что мы, товарищи, должны крепко подумать, как нам поднять сельское хозяйство. И еще. Мы должны особенно хорошо понять, что за нас, наше сельское хозяйство, никто поднимать не будет. Ох, наговорила же я. Хорошо наговорила. Иван Анисович,
Я как увидела, сколько народу, как вышло, у меня сердце забилось. Давай. У меня все перепуталось. Хорошо, она сказала. Чаевиков отметил. Да помни, где и перед кем выступаешь. Одно дело дома. А другое она дело молодец. На сессии. От имени района. Перед республикой. Ну, я же говорила, мне не надо было выступать. Нет, отдельные мысли у тебя были верные, но в принципе высказалась против наших темпов. А по-моему, все правильно сказала. Ну что ж, знакомые интонации, только за всей твоей философии, Иван Анисимович, я вижу только одно желание выждать. Не надо мне приписывать грехов, которых нет. Ты доклад слышал? Партия требует темпы, темпы, темпы. А ты под Варшавой был в 20-м, когда мы наступали? Тогда тоже были темпы. Аналогия твоя неудачна и политически безвкусна. Это не аналогия. При любых темпах должны быть надежные тылы, особенно при быстрых. Я же говорила, что мне не надо было выступать. Все правильно сказала. Падают снежинки, бриллианты, росы, падают, белеют за моим окном, расчесали вишни, шелковые косы, уронили на землю снеговой венок. Где-то там, в просторах, отгремели громы, отцвели печали чьей-то лепестки, и как будто снова обращаюсь к дому, повидаться с теми, что навек близки. Чьи? Павлик Трус, студент из нашего университета. Сам пишешь? Мало. Занимаюсь много. Да и время такое. Держись, Олесь, все выяснится. Ну и потом покоя не жди. Всякое будет. И беду встретишь, может, не одну. Такая штука жизнь. Запомни одно, Олесь. Всякое дело делают живые люди. Есть у нас умные, есть и дураки. И негодяи есть. Всегда были и теперь есть. Как это не печально. Но если народ... Только с ним мы что-то стоим. Он во всем разберется, понял? По совести. А эти герои, как ты говоришь, скоро сломают себе голову. Это герои на минуту, пока шумно. Людей же теряем, Иван Анисимович. Еще с одним писателем история была. Тоже немало напутал. Кое-кто решил, что ему вообще не место в партии. И хотя за него крепко вступились, исключили было, а ЦКК восстановил. Вы знаете, Иван Анисимович, чем больше я узнаю, тем больше понимаю. Самое трудное – это верить. Надо верить. Любят неправду. Люди с совестью всегда маялись в этом мире. Надо верить и работать. Надо, чтобы не случилось, жить с таким настроением, что ты нужен. Что ты живешь в особое время. Это трудное, нервное, ну и великое время. Спасибо. Пока. До встречи. А что у тебя с легким? Смертельной опасности нет. Но сказали, что надо лечиться. Ты помни, я не зря сказал. Если круто будет, приезжай. Thank you.
Дмитрий Иванович, уже тут. Есть новость. Начинается. Не зря боролись. Это есть наш последний решительный удар. Я это предчувствовал, когда читал выступление Сталина перед аграрниками, марксистами. И понял, что идет решительное наступление, уничтожить как класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. 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 Подожди. Давай спустимся, пока собираются. Пошли. По существу не партийное выступление. Правильно. Что будет? Будет важно, не ошибетесь. Надо думать. А что? Услышите скоро. Три пива, пожалуйста. А мне чаю, покрепче. Да ладно, чаю, ему тоже пиво. Держи. Как приедем, составим списки, устроим собрание бедноты и примем решение. Все кулачем, корень. Хватит. Списки тоже надо трезво проверить. Обед после доклада секретаря кружкома. Иван. Здравствуй. Здравствуй, Петр. Обедайте в столовой. Дальним придется ночевать. Ясно. Давай. Предупреди всех. Товарищи, мы собрали вас, чтобы довести до вашего сведения весьма важный документ. Постановление ЦК ВКПБ о темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Товарищи, коллективное движение сделало новый шаг вперед, охватив целые районы, округа и даже области. Таким образом, мы имеем материальную базу для замены крупного кулацкого производства крупным производством колхозов. Это обстоятельство, имеющее решающее значение для всего народного хозяйства СССР, дало партии полное основание перейти в своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса. А как вот насчет коммун? Оставлять или как-нибудь переделывать? Конечно, оставлять. В скором будущем колхозы дотянутся до уровня коммун. А как с теми директивами, которые были даны раньше? Какими директивами? О сроках коллективизации. Директивы надо выполнять? Ну, по старым директивам мы должны были провести всеобщую коллективизацию к весне. А постановление дает нам срок к осени 31 года, а то и до весны 32-го. Вы что, не понимаете, что происходит? Как крайний. Или не считал выступление товарища Сталина? Если исходить из положения дел в нашем районе, то и сейчас уже ясно, что к весне не управимся. Разумеется, если вы будете вот так рассуждать. Я говорю, исходя из опыта, из реальности. Вы думаете, рассчитывая на тихий ход, на спячку. Видите, товарищи, есть среди нас реалисты, которые ставят под сомнение наши планы. Вы так поняли постановление? Мы его понимаем иначе. Нельзя ослаблять движение. Необходимо усилить удар по врагу и никакой паники. А у кого паника? У вас, например. У меня ее нет и не было. Я знаю, вы из тех реалистов, которые вообще сомневались, стоило ли бороться, начинать коллективизацию. Я из тех реалистов, которые писали это постановление. Это мы посмотрим. Из каких вы реалистов? Атака начинается, а ты подпругу хочешь отпустить перед самым прыжком. А знаешь, что может быть? Седок с седлом под коня могут уйти. Да, вот про твой разговор. Ты же сам знаешь, что не всякую позицию можно с наскоку взять. Нет, силой, брат, надо. Тут без силы ничего не сделаешь. Товарищ Башлыков. Я думаю, за силу с умом надо браться. Товарищ Башлыков. Да, живем, не соскучишься. Степан Петрович, что это у вас за разлад в руководстве? В
Такой решительный, ответственный момент. Член бюро, председатель райисполкома и такое непонимание. Мы знаем, что товарищ Опейко старый, опытный работник. Он и раньше проявлял либерализм по отношению к чуждым нам элементам, и мы указывали на это. Вас мы поставили на руководящую должность. Извините. Пожалуйста. Как молодого, энергичного, перспективного человека. Так кто виноват? У меня сложные взаимоотношения с Опейкой. Я сейчас буду у себя. Хорошо, я все подготовил. Положение Сергей. Мое. И кроме того, товарищ Опейко, он местный, и люди его. Понятно. По этому вопросу мы соберем бюро, к вам пришлем авторитетную комиссию. А с кулаками будь жестче, товарищ Башлыков. Желаю удачи. Взялись. Что ж, так и надо. А то дюже много воли было. По нынешним временам так и самый больший кулак ты, так сказать. Тебе и первых раскулачить. Старцем пойдем. Крошку хлеба просить. Побираться. Ну, дай-ка сюда эту газетку. Дядька, а вы что тут? Сказано же вам, чего ходите? Дарма только час тратите. Не кидайся ты на людей, Миконорка, грех. Грех, мама, жизнь только для себе. Что хочешь, скажи. А на людей грех кидаться, тем больше на своих. Кто это свой? И он Лимон. Свой. Я такую родню не признаю. Якая не есть, а родня нам. А вот сидит такая мама, как я больше не чу, ясно? Надумался, я, Миконорка, у колхоз. Только так, чтобы мне... интеллигентную работу. Бухгалтером, например, ти кладовщиком. Одразу вы, дядька, выгоды хочете. Так иди, это выгода для колхозу. Надо ценить грамоту. Использовать грамотного, как
кадрового специалиста. Пишите заявление, подумаем, посоветуем. Ага. Ты же газету читал, что товарищ Сталин пишет? Надо действовать решительно и немедленно. Ну так, Петрорка, а только не все силой можно. Люди одно говорят. Какая ваша справедливость? Кто работает, кто не работает, и каждому палочка. А ты опять объект. Привычки старого, это сорняки, которые крепко держатся, и не мы им кланяться должны. Обрывать! С корнем! При чем тут сорняки? Голову по волосах не плачь. А бабы так и холосить. Олешников цивун только коровы кони обшестрили, а хозяйство у них крепкое. А ты только вот наполовину, чтобы одной ногой в колхозе, а другой на свое делянце, чтобы колхоз... Да не... Так тебе колхоз, для виду. Да не я ж, ну говорят, что хозяйство крепкое, а мы-то кусок подчистую. Революцию надо делать до конца или вообще не делать. Особенно вот у нас, у коренях, где у каждым, Никонорка. У каждым сидит собственник. Да и тебе тоже Никонорка. Сидит. Тоже мужичок. Да, да послухай ты. Наши мужики что? А, так сказать. А, так сказать. Где сын? А я знаю. Я же не мало не кажется мне. Ты старай, не крути. Да. Евхим, где? Где Евхимка? А у него свое хозяйство. Факт. Видать, Евхимка в лес подался. Кто сказал? Ты что? Своим уже не веришь? Все. И ты же ухаживаешь, дай бог!